пока на улицах лежит снег, шоколадные пирожные – лучшее лекарство. Всем привет, с вами Дедушка Мороз, и сегодня о погоде на четверг, 30 декабря. Днем по северным районам ясно минус 21 градус, ночью минус 26. По югу днем минус 11, небольшой снег и переменная облачность. Ночью температура опустится до минус 20 градусов. В Улан-Удэ переменная облачность и ветер до 9 метров в секунду. Днем минус 16, ночью минус 23. Всех еще раз с наступающим! Интернет-магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены, как в магазине. Быстро, удобно и просто. tg-absolut-shop.ru